Первую поликлинику Одинцовской областной больницы Андрей приходит вакцинироваться уже в третий раз. Молодой человек следит за здоровьем, особенно в период вирусных заболеваний. Для меня это важно, потому что я верю в нашу вакцину. У меня родной брат умер от ковида. И я, честно говоря, не видел ни одного негативного случая в своей жизни от людей, которые вакцинировались, но видел в своей семье случаи, когда человек не вакцинировался. Сначала пациенты проходят обследование у терапевта. Если противопоказаний нет и состояние здоровья соответствует норме, можно делать прививку. При этом Минздрав Российской Федерации разрешает вакцинироваться одновременно и от сезонного гриппа, и от коронавирусной инфекции. На вакцинацию приглашаем наших жителей, особенно людей с хроническими заболеваниями, из групп риска и без признаков респираторных заболеваний. А людям с хроническими заболеваниями в период ремиссии. Осень – пора простудных заболеваний, поэтому важно следить за здоровьем и пройти вакцинацию. Чтобы сделать прививку, надо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. А записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг или по телефону 112. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».